Ռուսաց լեզու 3-րդ դասարան 10-10-ը Ի կալիտկա 3 դասկի Вот на что похоже и Между двух прямых досок одна легла наискосок Ին ցանկապատը 3 տախտակով Ահա թե ինչի է նման ին Երկու ուղիղ տախտակների միջև մեկը պարկել է թեք Վարժություն 1. Прочитаем слитно. Կարդում ենք վարժ. В июле к бабушке в деревню из избы к кустам в прятки с игрушечным луком во дворе. Варжуцюн ерку. Внимательно прочитаем слова с буквой мягкий знак. Игорь. Искать. Бежать. Играть. Варжуцюн ерек. Прочитаем, послушаем, как звучит буква О. Картуменг, лысум тэнч пэсэ хэнчум О тара. Игорь, утром, девочка, которая, зовут, спросил, гордо, ответил, предложил, подошел. Варжутюн чорс. Прочитаем выразительно. Картуменг артахайтыч. Как тебя зовут? А тебя? Индеец изумрудный глаз. Ой-ой-ой, эх ты индеец. Крапиви испугался. Научимся читать рассказ. Соворуменг картал патмовацка. Индеец изумрудный глаз. Замрухте очков. Хэнткацин. В июле Игорь приехал к бабушке к деревню. Гулисам сын Игорь егав татики мод гюх. Утром он вышел из избы с игрушечным луком и увидел девочку. Аравотян надурсекав харчитиц, хагалик нетов, евтесав мягчка. Она играла во дворе. На хагумер вакуум. Как тебя зовут? Спросил Игорь. Инчекуануна харцрет Игоря. Иринка искона. Индеец изумрудный глаз. Гордо ответил Игорь. Хэнткаци замрухте ачк. Հպարտ պատասխանեց Իգորը. Արի բախմտոցի խաղանք։ Ты спрячься, а я тебя искать буду. Դու կթաքնվես, իսկ ես քեզ կփնտրեմ։ Ищет Игорь, ищет, а Иринка нигде нет. Փնտրեց Իգորը, փնտրեց, իսկ Իրինկան ոչ մի տեղ չկար։ Подошёл Игорь к кустам, раздвинул траву и как закричит: "Ой-ой-ой!" И бежать. А Иринка ему кричит: Эх ты, индеец, крапиви испугался. Пантрет Игоре, пантрет, искиринкам воч ми тех чкар. Мотецав Игоре теперин. Айсу айн ком тарав тепере. Гевс айнпес бгавец ой-ой-ой, ускасец пахчел. Искиринкан нра етевиц канчец. Ах ду хэнткаци. Егинжиц вахецар. Варжутюн хинг. Когда Игорь приехал к бабушке? Игоре ерп екав татики мод. Варжутюн хинг. Когда Игорь приехал к бабушке? Ерп Игорь екав татики мод. Кого он увидел во дворе? Умтесав бакум. Как звали девочку? Инчпес эйн анванум ахчкан. Как назвал себя Игорь? Инчпес анванец ирен Игоре. Во что играли дети? Инч эйн хагум ереханэре. Что случилось потом? Инч тэгэ унэцав хэто? Варжутюн вэц. Распределим роли. Прочитаем рассказ в лицах. Бажану мэнг дэрэрэ, карту мэнг, патмутюна дэрэрёв. Варжутюн йод. Прочитаем стихотворение. Карту мэнг панастахтутюна. Подумаем и скажем. Оно о настоящем индейце или о мальчике, который играет в индейцев. Мотацу мэнг кевасум. Тэ артёк айн искакан хэнткацу масин э, тэ митагай масин ов хагум э хэнткаци. Назовем слова, в которых есть звук «и». Анванумэнг барэля воронцумка «и» хэнчуна. Индеец – хэнткацин. Индеец с луком за спиной, охотник – следопыт. Плевает дорогой он речной, лесной тропой спешит. Вот здесь обедал крокодил, вот здесь козленок проходил, а здесь уставший от дорог – сидел под пальмой мудрый йог. Нетере мечкин хэнткацин. Ворсорте ев гэтахуйс.
անցնում է ճանապարով գետի ափին և անտարային արահետով շտապում է։ Ահա այստեղ ընտրել է կոկորդիլոսը, ահա այստեղով անցել է այծիկը, իսկ այստեղ ճանապարից հոգնած նստել և նստել է պալմայի տակ իմաստուն յոգը։ Վարժություն 8. Что общего между рассказом «Индиец изумрудный глаз» и стихотворением «Индиец»? Վարժություն 8. Ինչ ընդհանուր բան կա ծմրուխտե աչք հնդկացին պատմվածքի և հնդկացին բանաստեղծության միջև? Что тебе больше понравилось, рассказ или стихотворение? Քեզ ինչը շատ դուր եկավ, պատմվածքը թե բանաստեղծությունը?